Поехали! Всем привет! Мы находимся в мастерской Айгуль, где сейчас будет происходить интуитивная живопись, что бы это ни значило. Айгуль, рассказывай, как это, что это? Привет, Максим. Да, сегодня мы будем творить, но я создала свою такую уникальную авторскую методику. Мы сначала загадаем желание, заякорим вот это ощущение желания на полотно, а потом у нас получится такая некая экспрессивная абстракция в стиле Джеймса Поллока. Ничего себе! Так, с чего начинаем, да? Так, ну что, начинаем с самого насущного, придумаю желание. Придумаю желание. Готово. Очень быстро я это сделаю, у меня все смотри, схвачено. Это желание нужно обозначить одним словом и прям написать на полотне. Пишу, начинаю, да? Погнали. Да, да, любое слово, только одно. То есть желание, такое ассоциация, да, любое. Так, вот я вот, я, конечно же, выбираю любовь. Куда нам без этого? Вот так вот. Так, и постарайся кино. Я покажу, да. Опа. Интересно. Интересно. Смотри, и теперь, когда ты закрашиваешь эти слова, представь, ощути, что твое желание уже непосредственно сбылось, почувствуй. Угу. Берем другую кисть, да. Другую краску. Берем. И можно там по краям, где-то хаотично. Допустим, вот я хочу, допустим, выбрать там зеленый, изумрудный цвет. Беру кисть, и вот где-то здесь тоже хаотично это. Мне нравится, я хочу украсить тебя немножко. Давай. Изумрудного. Отлично. Вообще сейчас абстракция набирает обороты в России в целом и в Самаре, хотя не очень много любителей и... Но я думаю, еще просто абстракция к нам не пришла. Вообще у меня на мастер-классе можно все. У нас зачастую, да, очень много рамок. Здесь нельзя, там нельзя. А здесь можно, можно все. Прям, вот так вот. Да, но это уже, это ты прям убегаешь немножечко. Это чуть позже. Вперед. Забегаешь вперед. Да, чуть больше. И вот я бы хотела сюда добавить, чтобы ты вот больше экспрессии и светлых тонов, потому что очень много сейчас темных. Сейчас будет, сейчас будет, сейчас ага. Все будет. Сюда прям выливай, кайфуй, тебе можно все. Так. Позволь себе. Ага, кайф. Кайф. Здесь даже какая-то психология есть. И прям штапелем берешь. Так можно этим или этим. Видишь, он такую интересную угу. штуку делает. Прям можешь вот так вот возить. Интересный рисуночек. Да. Да. Вот как тебе комфортно, как тебе хочется. Мне хочется белого. Белого, да, 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 кстати. Вот. Хочется вот плеснуть сюда вот белое. Круто. Белое пятно. Можно все. Позволь себе многое в этой жизни. Вот так. Да. Угу. Кайф. Ван Гог или что там у нас пошло уже? Просто берешь и вот брызгаешь по всему полотну. Вот эти вот брызги должны быть колоссальны. И желательно, чтобы они закрыли все это пространство. Желательно не запачкать оператора сейчас. Кстати, да. Опа, классно. Да, вот эти вот брызги. Ты можешь менять цвета. Брызнинг. Да. Мне даже твоя картина больше нравится, чем своя. Да? Да, я отвлеклась, немножко ушла от темы, а у тебя прям вот сосредоточено. Кино-кино. Ты творишь свое кино. И нужно, конечно, прям с любовью, с энтузиазмом, с экспрессией писать эту картину и прям кайфовать. Ты, по сути, рисуешь не разумом, а подсознанием. Это твое подсознание, да? Такое вот яркое, стремительное. Что, неплохо, да? Так, что-то мне прям очень есть. Нравится. Серьезно, вот давай покажем. Да, да. Покажем вот сейчас нашим зрителям. Ага, классно, классно. Вот как бы 5 минут и готово. Главное быть экспрессивным, открытым, честным, наверное, позитивным каким-то, да? Слушай, классно. Классно.